Съемочная группа портала «Правда.ру» бывала на Шагаева 15, где сегодня утром произошла поломка лифта. Мы убедились воочию, что лифт работает в штатном режиме. Сегодня утром во втором подъезде на улице Шагаева, 15, в Засвияжском районе Ульяновска, в работе лифта произошел сбой. В его плену оказались четверо. Два фельдшера бригады скорой помощи, пожилая пациентка и ее внучка. По их ощущениям, когда двери лифта за ними закрылись, они услышали хлопок, после чего лифт стал падать вниз. Однако в управляющей компании нам опровергли эту информацию. От перегрузки лифта между четвертым и пятым этажом сработала сигнализация ловушек, и лифт остановился. В течение 10 минут приехала аварийная служба «Волга-лифта», опустили на этаж ниже, и люди, находившие, или пассажиры, как сказать, которые находились там, все вышли живы, здоровы, никакого, так сказать, ни стресса, ничего не было. Светлана Вячеславовна живет в этом доме с начала его постройки. За 22 года она не припомнит, чтобы лифт ломался всерьез и надолго. Застревать мы не застревали, но если когда у нас там отключится, пример, мы тут же вызываем, тут же приезжает, моментально. У меня муж, потому что инвалид. Он меня спускается, поднимается всегда на лифте. Дом на Шагаева был сдан в 1995 году. Тогда же запустили и лифт. Без капитального ремонта он может прослужить 30 лет. К тому же недавно электрооборудование успешно прошло проверку. Причина остановки лифта сегодня – банальный перегруз. Как только пассажиров освободили, лифт заработал в штатном режиме. Освидетельственный лифт в этом году проходил. Лифты все застрахованы. Каждый лифт застрахован у нас на 10 миллионов рублей, что бы ни случилось. Поэтому, который главрегионнадзор запросил у нас копию документов, мы все предъявили, и у них никаких претензий к нам нету. Тем временем региональный следком начал проверку по факту поломки лифта на Шагаева, 15. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Екатерина Сашанская, Даниил Сурков. Новости Ульяновской правды.